Дорогой Владимир Иванович, дорогие друзья, дорогие коллеги, родители, ученики, бывшие наши воспитанники, очень рады вас всех тут видеть в обновленной школе. Но цель нашего сегодняшнего заседания не это, а цель то, что мы хотим пожелать новых творческих успехов. Сегодня отмечается 40-летие творческой деятельности нашего дорогого... Педагогической. И того же вам желаю отметить, что такое серьезное собрание, это свидетельство того, что эти 40 лет не прошли даром. Ой, не прошли. Не прошли даром, да. А любовь детей, любовь уже людей, которые стали взрослыми, которые когда-то были детьми с вами, да. Она говорит о том, что все, что вы вкладываете в этих учеников, в этих маленьких еще музыкантов, оно не проходит даром, оно расцветает, возможно, даже лучше, чем этот букет. И сегодня мы уже убедились в этом, мы продолжим сегодня дальше это слушать. Но мы хотим сказать вот всем, кто здесь работает, что мы гордимся тем, что Владимир Иванович у нас работает, что мы счастливы, что такое количество людей воспитывалось в этих стенах под руководством Владимира Ивановича, и мы надеемся, что он нас дальше будет радовать своим оптимизмом, своей энергией, своим творчеством и новыми талантливыми учениками. Спасибо.